Министр обороны промышленности Азербайджанской республики Вугар Мустафаев и заместитель премьер-министра Словацкой республики, министр обороны Роберт Калиняк подписали меморандум о взаимопонимании в сфере военно-технического сотрудничества между Министерством обороны промышленности Республики Азербайджан и Министерством обороны Словацкой республики. Соглашение о сотрудничестве между Министерством обороны Азербайджанской республики и Министерством обороны Словацкой республики в оборонной сфере подписали министр обороны Азербайджанской республики Закир Гасанов и заместитель премьер-министра Словацкой республики, министр обороны Роберт Калиняк. Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев и премьер-министр Словацкой республики Роберт Фицо подписали совместную декларацию об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской республикой и Словацкой республикой.